Здравствуйте, меня зовут Оксана, я продавец-консультант магазина «Вершки и корешки» торгового центра «Академгородка». Хочу поделиться с вами и рассказать вам о замечательных алтайских безалкогольных бальзамах от производителей «Алтай Селигор» и «Алтай Биопроект». В состав этих бальзамов входит алтайский мед и плоды и коренья, экологически чистые травы, плоды и коренья Алтая. Каждый из бальзамов оказывает свое профилактическое действие и обладает индивидуальным вкусом и ароматом. Я пропила уже не один бальзам такой, а у нас он в ассортименте порядка 40 видов. Сегодня я хочу рассказать именно о тех, которые мне понравились больше всего. Это безалкогольный алтайский бальзам с боровой маткой и красной щеткой. Этот бальзам рекомендуется при женских заболеваниях воспалительного характера. Боровая матка и красная щетка ценятся за уникальные свойства лечебные. Быстро снимает воспаление, нормализует гормональный фон, нарушение которого часто приводит к женским заболеваниям. Бальзам энергетический. В составе этого бальзама идут великолепные травы: саган-даля, золотой корень и красный корень. Этот бальзам является очень сильным энергостимулятором. Он повышает работоспособность, помогает при физическом и умственном переутомлении, улучшает память, хорошо тонизирует. Если такой бальзам вы добавите в утреннюю чашку кофе или чая, то заряд бодрости вам обеспечен на весь день. Бальзам противопростудный шиповника. В этот состав входит очень много трав, такие как чабрец, лист смородины, лист мяты, лист облепихи. Такой бальзам обладает противопростудным действием и восполняет дефицит витаминов. Очень актуален в период от простудных заболеваний и авитаминоза. Поэтому очень всем советую приобрести такие бальзамы как для себя, так и для своих близких. Будьте здоровы!